один из шедевров мировой, абсолютно шедевров мировой итальянской оперы. «Морта ди Родриго», «Смерть Родриго» из «Дон Карло» Верди. Как работать с этим клавиром, что с ним делать именно для концертной работы, но, естественно, это полезно и для работы с певцом. Значит, если исполняется только без ариоза, да, предшествующего, если «Смерть Родриго», который начинать нужно с выстрела, с катастрофы. Вот здесь эта вписочка. Вот она, эта вписочка. Значит, с этих уменьшенных. Я так играю это. Я не играю, сначала не играю вот это тремоло. Я играю правой рукой, чтобы быть уверенным, левой рукой, причем держу. А дальше просто перехожу на октаву ниже для оркестрового звучания, да, вот это, чтобы мощно звучало, да. Играю с ручной педалью. Да. Причем взял ми пятым пальцем. Не вот это, а взять. Вот это без педали. Это с педалью. Причем, я взял аккорд, а потом после этого внутри тремолирую. Дар и тинь. Обязательно ламбам. Памбам. Второй чуть тише. Бим-бим. Перме. Пианиссимо. Ламбам. Пампа, второй чуть тише. Пилла вендетта дель ре. Тардоре потеа. Здесь не боимся. И здесь реплика подразумевается. Грандио Дон Карло. Его нет, да, у нас только баритон. Да. Да. Вот такой удар. Отрезаем. И вот, собственно говоря, и вот это очень важно. Это ассай модерата. Звучание духовых. Что означает этот акцентик? Он означает тенуто, как часто. Друзья мои, очень часто акцент, который выглядит как акцент, означает тенуто. Во-первых, да, это... То есть протянули немножечко. Как бы протянули. Тем более кантабеле, эспрессиво, да. Трубы, полифония. Вот дальше. Вот это изложение... Вот это стандартное изложение литавр неинтересно, плохо звучит. Поэтому нам нужно, чтобы была бездна открылась. Четыре пьяно, я играю. Как бы изображаю, собственно, этого литавриста. Добавляю как бы ля, но в этом регистре это почти не слышно. Нам главное создать впечатление, да? То есть самого низкого звучания. И здесь тоже три пиано. Полутон. Потом. И снимаем короткое соль диез. Тем, чтобы было слышно, что? Все это я делаю сейчас, друзья мои, руками. Педаль только будет помогать. Голос средний. Три пиано. И вот он здесь остается. Вот этот до диез здесь остается. Вот на этой восьмушечке остается до диез. Вот этот увалторный. Три пиано. Коротенький. Вот такой сусиде. Опять тенуто. Мятежная и болезненная. И одновременно героическая. И с болью музыка. Да? И мятежная. Опять люди остается, да. Показываю просто. Конечно, все надо, это все в темпе делается, естественно. Просто мы разбираем, что нужно слышать. Да? Средний голос, до диез, валторно слышать. Да. Здесь, друзья мои, 4 пиано. 4. Я написал 2. 4 пиано. Еле-еле трогаем, но точно перевоплощаемся в разные инструменты. Разные группы, разные, надо себе представить это, да? Вторая реплика. Вот. Это трубы, это валторно. Литавры. Три пьяны. Вот такие. Мятежно. С болью. И у меня опять.
как бы хладнокровные, страшные, 3-4 пьяно в басу у литавр. Коротенький, да. А здесь... И здесь... Это хроматизм мятежный. Два мотива. I love you too. На дважды, два, три, четыре раз, два, три, четыре, да. Ушли. О, Карло Аскольта, да? Аскольта. Сохраняем полифонию. И здесь. Поем право. Не шумим левой. Не шуми. То есть форте относится, друзья мои, относится к правой руке, эспрессиво, эспрессиво. А это не, аккуратненько. Вот такая линия, да? Средний голос. Вторая труба. Вот это гениальный сход. I love you too, I love you too. Пианиссимо. И вот золотой ход. Вторая валторна здесь. Вот это. Не боимся! Почти взрыв. Очень выразительно. Почти взрыв этих эспрессиво сразу. Даем, потому что здесь будет сейчас кульминация. Надо поддержать певца этим ходом. Мятежным ходом. Ля терра. Удар. Удар по уменьшенному. Берем. И только внутри потом это. Я сейчас показываю без педали. А с педали вот так. Миманка. Опять. Ля Карло Аме Порчи. Идем вот эти крещендо до сюда, а это уже тише. В этом парадокс. То есть мы доводим до сильной доли, а перед этим самым, вопреки даже указанию, да, хороший исполнитель, даже если доведет, то обязательно сделает филировочку. Филировочку здесь сделают духовые. Да, филировка. И поехали. Хороший певец здесь поет на одном дыхании. Раз, два, три, четыре. Пять тактов на одном дыхании. И соответственно, педаль. Друзья мои, страстная фактура. Вот такая. Выразительная. Это не перебор, а это выразительная игра 32-ми. Два, три, четыре раз опять. I love you too, да? Вот он показывает. I love you too. I love you too, да? И ведем за собой пью. Мы не шумим. Вот так. Кози. И здесь страстно там. Я добавляю вот этот голос. Добавляю еще здесь в правой руке. И здесь в левой. Ре бемоль, ре бемоль. Ла ри. И здесь тоже. Ре бемоль. Это оркестрово звучит. Дальше. Здесь тоже ми. Пропеваем ми. Этот. Пропеваем ми здесь четверть. И здесь тоже. Тоже удваиваем этот голос замечательный. Моль тоже здесь, да, то есть вписываем. Вот здесь это пример обогащения, да, обогащения клавира, который здесь, к сожалению, бедный.
Это сверхромантичная музыка уже. Здесь уже ничего не осталось от Россини, от раннего Бельканто. Здесь уже Верди в полной своей уже романтической, уже почти поздней романтической силе. Не боимся удара. Пауза. А вот дальше переинструментовка. Тоже обогащение. Значит, здесь большой барабан. Здесь воспоминания о клятве. Поэтому здесь очень важна инструментовка. То есть берем без всякой октавы, берем на октаву ниже, самую низкую ноту берем. Это пианиссимо берем, это большой барабан. И здесь все, так и будет. Ниже на октаву одна нота, с большой барабан, одна нота. А остальное имитируем вот эти духовые. Я почти играю без педали, смотрите. Трубы. Вот так. Рыцарская музыка. Опять в басу. Никаких октав, никаких октав. Одна нотка, самая низкая, которая только возможна здесь. Ми тоже на октаву ниже. Низкая, да. Зато правая рука героически поет. И тихо. А здесь пам папим лим папам. Вся инструментовка должна быть слышна. Вот я без педали, у меня вот такие звучания. Вот без педали. Вот такие вторые волны. Они, смотрите. Увеличение звучности. Я из этого вытаскиваю эти триоли. Двуголосие, нижний голос. Опять вторая волна. Да, мне не... Non ti scorda Здесь можно помочь правой рукой, левой рукой. Да, левой рукой можно помочь здесь. И опять попадаем на самую нижнюю ноту пианиссимо. Пианиссимо, друзья, в разных динамиках. Пиано достигается за счет того, что я левую руку играю в нижнем регистре. Три пиано. А здесь mezzo forte espressivo. А общее результативное звучание пиано. Да? Поворот. Трагический поворот. Вот это доминанту к до дисминору. И здесь... Оставляем это соль диез. То есть... Короткая, это как восьмушечка играется, как восьмушечка. Сразу пауза, как восьмушечка, сразу слышим эту валторну. Морир пер те. Вот это, не боимся этого тритона. Держим. И дальше обогащение. Трели здесь. То есть переносим фактуру 32-х в левую, а вправо играем трели. Вот такие. И сохраняем экстатическое, трагическое трель. Си бемоль. Хози. И еще трель. И берем полный мажор, не только внутреннего. Берем сначала, потом взяли, а потом здесь. На октаву ниже, бас. На октаву ниже, октава. Мощно. Да. Здесь уже скорда. Добавляем обогащение. Обогащение клавира. Добавляем это в левую руку. Вот голос. Обогащение. Обязательно. И в левой руке можно сыграть левой рукой. Вот это фа бемоль. Удваиваем фа бемоль. Ми бемоль, ре бемоль. Да? Ми бемоль, фа бемоль, ми бемоль. Удваиваем в левой руке. Чтобы было оркестровое звучание. И удваиваем здесь.
ре бемоль и до. Это правый уже. Тилим ти. Мощное звучание. Сальваля фьяндра. Карло адио. А последнее дыхание, да. А и а. Это пьяно, хорошо очень. Только звоночек на до. И потом мы можем взорваться сразу. А можно, конечно, пьяно взорваться. Синкопа. Ты здесь. И здесь сразу вот такие звучания. I love you too, I love you too. Обязательно сказать, не пассаж. Да, 2-3-4 раз, 2-3-4 раз. Обязательно сказать. Синкопа. Взять, как здесь написано, дальше, а дальше просто требовало. Или здесь. Или здесь. Пожалуй, здесь. Я здесь просто играю вот. Вот такое требовало. А потом беру еще. Еще удар. То есть в концертном исполнении здесь надо добиться абсолютной мощи. Вот примерно такая работа с Морта Ди Родриго.